Всем здравствуйте. Напомню, меня зовут Роман. Я являюсь представителем проекта «Амбассадоры» компании WebToken Profit. Мы с вами продолжаем знакомиться с нашими участниками. Здравствуйте, Эдуард. Расскажите о себе, расскажите, откуда вы. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Эдуард. Я проживаю в Саратовской области, в городе Балаково. Давно ли вы работаете вообще в интернете? Как, насколько вы знакомы вообще с работой в интернете? Насколько она успешна для вас? Работаю в интернете около 3 лет. Ну, без малого, может, плюс-минус, там точно не скажу. Вот. Ну, скажу так, что каких-либо до WebToken Profit результатов я не достигал, как здесь. Как вы познакомились вообще с сообществом WebToken Profit? Ну, наверное, как и большинство людей, меня одна замечательная девушка познакомила. Я посмотрел, заинтересовался, то есть разглядел проект, правда, на старте, перед тем, как зайти, думал, смотрел, естественно, приглядывался, потому что очень много проектов, то есть разных было, где имели горький опыт, ну и вот таким образом присоединился. А когда разглядел, начал уже активно развиваться здесь. Мне очень все понравилось. Ну, на самом деле, это большинство так, в принципе. Многие знакомятся с сообществом благодаря своим друзьям. Я не исключение, на самом деле. Меня также познакомили с данным сообществом мои близкие друзья. И мне точно так же понравился данный проект, потому что само сообщество дает очень много проектов различных, да, как бы людям, которые могут себя просто реализовывать в этом. И когда мы реализовываем себя в этих проектах, у каждого из нас, конечно же, есть свои цели. Расскажите о своих целях, которые у вас есть относительно сообщества. Ну, вот цели какие? Цели, как можно большему количеству рассказать людей о такой замечательной возможности, что есть в интернете. На самом деле появился такой проект уникальный, то есть здесь все, по-моему, уникальное вообще, и что можно зарабатывать денег и менять свою жизнь к лучшему. Я согласен, да, у каждого из нас есть свои собственные, ну, свои определенные цели, которых мы стараемся достичь, которые мы перед собой ставим, в общем-то, и именно проекты сообщества WebToken Profit, они как раз, ну, помогают каждому из нас для того, чтобы мы могли реализовать как раз именно эти цели. И у каждого из нас есть знакомые, может быть, друзья, которые уже также пришли в нашу команду. Расскажите о своей, может быть, команде. Какая у вас команда? Как вас поддерживают? У меня команда вообще замечательных людей. Мы все сплоченные, идем плечом к плечу. Вообще, они у меня самые лучшие. Команда, я вас люблю. Знаете, что вы самые замечательные люди на свете. Ну, обычные люди приходят, и когда увидят, вообще, как можно изменить свою жизнь, сколько можно зарабатывать и как, то есть здесь люди, как правило, приходят на пассив, потом начинают активничать, и в таком вот роде все у нас как происходит. Всегда, да, на самом деле люди, когда начинают что-то реализовывать в своих каких-то планах или приходят какие-то новые проекты, они всегда действительно присматриваются. И это нормально, в общем-то, да. Шаг за шагом мы учимся, обучаемся, и далее уже строим свои какие-то цели и планы, в общем, для развития себя самого или своей там команды, да, для своих друзей. Да, конечно. И у каждого из нас наверняка есть определенные планы, как я и сказал, уже на будущее. Как вы думаете, почему тогда сообщество WebToken Profit является перспективным сообществом лично для вас? Ну, во-первых, Роман, экосистема WebToken Profit объединяет людей со всего мира, скажем так, позволяя им получать пассивный доход по нескольким маркетинговым и инвестиционным программам, приобретать на торговой платформе товары, можно недвижимость, автомобили по самой выгодной стоимости. А CoinPay, используемый в экосистеме, является нашей внутренней валютой, как вы знаете тоже, который показывает уверенный рост стоимости. Эксперты считают веб-токен одним из самых перспективных цифровых финансовых ресурсов для долгосрочных инвестиций. Да, вот вы как бы заметили как раз именно то, что веб является
такой, знаете, наверное, нитью, которая, да, каждого из нас, она связывает общество, независимо от того, где ты проживаешь, на каком языке ты разговариваешь. Сам проект — это международный проект, да, и у нас команда из разных стран, которая говорит на разных языках, и у нас есть своя платформа действительно криптовалюты, сама своя монета, у нас есть век, с помощью которой мы можем расплачиваться, да, получать какие-то услуги, заказывать услуги, и в ближайшем времени у нас будет пазл маркет, в общем-то. И хорошо, что в сообществе именно Web Token Profit есть много таких вот проектов, именно обучающих, да, обучающих, которые обучают и новичков, которые обучают своих партнеров. И Амбассадор именно это один из тех проектов, которые сейчас, ну, стоит на первом месте для того, чтобы наши партнеры могли больше понимать проекты именно самого сообщества, потому что проекты действительно классные, проекты жизненные, такие, которые необходимы каждому из нас. И вот почему вам лично интересно стать амбассадором данного сообщества? Ну, во-первых, очень нравится все новое, понравился сам подход проекта, да? Развитие, хочется тут развиваться и самому помогать людям в первую очередь, создавать хорошую дружную команду. Многим людям сейчас это просто нужно, и хорошо, что есть такая возможность. А почему тогда вы хотите создать, ну, вот именно локальное такое сообщество Web Token Profit, но именно в той местности, где вы проживаете? Для чего это вам? Потому что вижу за этим проектом огромнейшие возможности, ценности, и то есть ну, многим людям это поможет. Потому что я и на себе это ощутил, и вижу команда, как развивается, и партнеры, то есть поможет многим. Да, многим. Правильно, все правильно. Потому что все-таки, знаете, когда мы создаем, то есть когда у нас есть своя команда, когда у нас есть люди, которые хотят знать больше о сообществе, но больше хотят знать о самих проектах, и вы как представитель сообщества, как амбассадор, у вас будет эта возможность именно, да, встречаться с людьми, обучать их, рассказывать им об этих проектах, то есть чтобы люди действительно понимали, что это такое, для чего это, как это можно использовать для себя лично в своих целях, интересах, да, как можно планировать свое будущее, потому что именно в сообществе Web Token Profit есть все для этого. И почему, по вашему мнению, вот проект амбассадор компании Web Token Profit, он полезен участникам именно сообщества? Ну, вот вы выше сейчас подчеркнули, правильно сказали, что очень важно объединять людей и помогать на всех этапах развития, что здесь и происходит, в принципе, да, проводить различные мероприятия в различных городах и регионах мира, то есть помощь в открытии офисов людям будут, наверное, будет, наверное, предоставляться, и всевозможная помощь, то есть другая. Потом, ну, во многом тут помощь, как бы с командой двигаемся, все это как-то в единый дух такой, и хочется развиваться. Ребята все успешные, на кого смотришь, и все сияют вообще, они, ну, счастливые люди. И поэтому как-то все, видно серьезный подход и поддержку компании на всех этапах для участников, и их серьезные намерения компании. За что огромная благодарность, конечно, Искандеру, Хасану, всей команде, вам, Роман, за то, что вы делаете мир лучше. Помогаете людям, и то есть несете миссию такую тоже непростую, скажем так. Спасибо. Ну, вот для меня тоже лично, на самом деле, один из таких, скажем так, факторов, которые меня привлекают, в том числе это сообщество, то, что, как мы говорили с вами ранее, у нас много людей, да, из разных стран, говорящих на разных языках, но у всех у нас есть одна единая цель. И одно из преимуществ сообщества — именно дружелюбие. Да, у нас очень много различных там групп, каналов, да, чатов, где если кто-то что-то не понимает, всегда можно задать вопрос, уточнить, помимо самого твоего оплайнера или лидера, который у тебя есть. И это дружелюбие, которое у нас есть, это помимо всех тех замечательных именно проектов, которые существуют именно в самом сообществе, оно помогает именно развиваться. И я тоже рад, на самом деле, потому что я знакомлюсь с новыми людьми, у меня есть эта возможность, и работа это позволяет.
так же, как Да, мало того, зададут вопросы, там сразу минимум получат 5 ответов. Это минимум отзовутся 5 человек. да. Это 5, наверное, это вообще я еще так по минимуму сказал. Да, очень здорово. Спасибо большое вам, Эдуард, за ваше интервью, за вашу беседу, за то, что поделились с нами вашими мыслями об сообществе, о том, почему вы хотите стать амбассадором сообщества. Я думаю, что успех каждого из нас ждет впереди, и мы все делаем для того, чтобы он был у каждого из нас. Спасибо вам большое. Благодаря таким ребятам, как вы, Роман, команде, то есть здесь успех неизбежен просто, и он есть, и только прогрессирует. Благодаря таким людям, как вы, я бы сказал, Эдуард, на самом деле. Потому что люди — это самое ценное, то, что есть в Да, сообществе. благодарю вас. Такие люди, как вы, благодарные, с хорошим настроением, всегда отзывчивые. Спасибо вам большое. Да, и вам спасибо, Роман, огромное.